Всем привет! Сегодня играем в игрушку Stories Untold или Невыразимые истории. Игрушка вышла в 2017 году. Есть как на компьютере, так и на Sonic 4 и 5. Игрушка в ярком ретро-стиле с довольно хорошими отзывами. В основном она на английском. И те, кто плохо знают английский язык, довольно сложно поиграть. Игрушка в стиле Point to Click или старые добрые квесты, в котором довольно много именно текстовых приключений. Именно так грузились раньше компаньоны, где-то в 95-м году в России. С таким же звуком, так же долго, так же постепенно они загружались. Так, ждите. Мы подождем. Так, больше ничего нажать нельзя. А, можно что-то увеличить. Почему невыразительные истории? Ну, потому что тут рассказано 4 коротких истории, которые соединены в один сюжет. Они довольно интересная, сюжетная составляющая тут довольно хорошая. Ага, все-таки что-то работает. Так, я извиняюсь, я не понимаю. Угу. Так. Так, извините, я не могу понять, на что посмотреть. К сожалению, я английский плохо знаю. Угу. И... Может, какой-нибудь хелп есть? Обычные команды. Посмотреть, идти, взять. Ну, я, к сожалению, английский плохо знаю, поэтому на этом я прекращу. Может, кому-то будет интересно. А на сегодня я заканчиваю. Всего вам доброго. До новых встреч.